Вы работаете в области связи с общественностью не очень давно или хотите ликвидировать какие-то пробелы в знаниях основных инструментов пиара? Я приглашаю вас пройти обучение в пиар-школе журнала «Пресс-служба. Базовый уровень». С 5 по 9 февраля 2018 года 5 дней обучения для пиарщиков, полное погружение, обзор всех самых важных вопросов, разбор кейсов, конкретные рекомендации пошаговой методики. Не прописные истины из учебника, а реальный взгляд, практика на то, каким арсеналом знаний и навыков должен владеть пиар-специалист. Все 5 дней буду вести я, и мы с вами за это время поговорим о том, какую роль играет пиар-подразделение в компании или организации, и как эту роль понимать самому и доносить до руководства и других подразделений. Как строить пиар-стратегию, где ее взять и зачем она нужна, почему без нее будет хуже. Как оценить эффективность работы пресс-службы и пиар-отдела, и как повысить эту эффективность. Как планировать пиар-компанию и пиар-мероприятие, как работать с бюджетом и как работать, если бюджета нет или он совсем маленький. Отдельный день посвятим пиар-текстам и будем учиться писать такие релизы, которые не полетят в корзину, и будем говорить о том, где брать инфоповоды и какими они должны быть. Поговорим о пиар-работе в социальных сетях, в том числе о работе с негативом. Поговорим про антикризисный пиар, про работу со спикером и его подготовку к общению с журналистами, про медиа-киты и внешний облик ньюсмейкера. Разберем ключевые вопросы внутри корпоративного пиара и корпоративных СМИ. Все 5 дней будем активно делать упражнения и практические задания, как индивидуальные, так и групповые. И в завершение, по итогам контрольной работы, все участники получат диплом. Итак, если вы хотите за 5 дней пройти интенсив по всем базовым вопросам в работе пиар-специалиста и совершить мощный рывок в профессии, приходите учиться на пиар-школу журнала «Пресс-служба. Базовый уровень». Москва с 5 по 9 февраля 2018 года. Будет очень интересно. Будем учиться, общаться, обмениваться опытом. Присоединяйтесь.